Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем проходить Survival RPG. И я уже почти все собрал на парус, но мне так кажется, парус-то нам, по сути, нафиг не нужен. Ну ладно, посмотрим. Так, мне надо в пещеру под водопадом. Может быть такое, что корабль вообще нам не пригодится. А может быть такое, что и пригодится. Ну, там можно, кстати, лианы собрать, мало ли. Все-таки они достаточно редкие. Долго ждать. Мне остается найти тут, ну, только один коготь Гриффина. И все. Медведей я поубивал, кости пособирал. Поэтому двигаем туда к Гриффинам. И плюс там же была еще пещера с этими с элемами какими-то. Я туда не пошел, потому что там было сложно. Хлопок уже, в принципе, не нужен. Сюда. Тут сейчас летучие мыши. Я, блин, забыл, где... Медведей находил. Всю карту оббегал, все пещеры обыскал, чтобы найти их снова. Да идите вы в задницу. Где тут выход? Еще этаж. Так, рыбками пока питаюсь. Вот рыбу я не ловил. Не хочу ловить рыбу. А, они одноразовые, что ли? Так, но он сильный. Поэтому поставим этих. Вот тут один остался. Я об него умирал. Чтобы не бежать пешком. Все, вот последний. Из него мы делаем иглу. И последний кусок ткани. И парус, собственно. И из этого всего мы собираем гребаный корабль. А где гребаный корабль? Так не говорите, что туда еще досок надо. Что-то ничего не открылось. На кой черт мне парус? Может, мне какой-то штурвал надо где-то найти? 5 корабля нужно объединить с корпусом. Ну, я бы с удовольствием объединил бы. Или оно автоматом? Да, возможно, оно автоматом объединилось. И я уже умею плавать. Так, на дурака еще раз посмотрю. Никаких кораблей нету. И для огня тоже нету. Ну ладно, пойдем к этим элемам. Сейчас уже ночь. Кто здесь появится? Например, никто. Прекрасно. Вот и пойдем этих элемов тогда гонять. Не элемов, крабов. По сердцу отнимают. Я же не был здесь, да? Я отсюда убежал. Ну а что тут может быть? Кусочек сердца? Какая-то кнопка. Пошел ты. И ты тоже. Там вторая кнопка. Что-то тут как-то их многовато. Ровно 3 сердца эта рыба восстанавливает, запомнили? Просто так их не вязать. Вторая кнопка. Молодцы. Дай пройти-то, блин, кретин. Сейчас бы меня как подзажали бы. Риснулся бы один еще со спины. Что-то открыл, а что непонятно. Здесь, там, не там, не там. Может быть, я тут что-то открыл. Тут их 6 кнопок. Что, все надо нажимать обязательно? Да уйди ты. М.
Их надо сейчас в определенном порядке, они меня вынесут сейчас. Вернемся. Да, бегать сюда вообще не ближний свет. Очень далеко. Мне интересно, кнопочки-то нажаты? Попробовал я в пустыне поплавать, не плавает. Да, кнопочка нажата. Ну просто их все нажать и выиграть всех жуков. Но только еще там появляются жуки. Какие-то же из них рецаются, какие-то просто появились, я их сейчас призвал. По-хорошему призвать, да убежать, но, блин, как? Они не пропустят меня сейчас опять. Иди сюда. Иди сюда. Давай мясо. Но на этот раз никого что-то. Жри ты, я там хлеба что сделал, о, откуда ты взялся? Хлеб он получит и рыбки будет. Ну вот они рецаются, блин. Хлебушек поставить. Так, 4 примерно сердца восстанавливает. Да вы задолбали. Мне их просто надо нажать и все. И бежать отсюда, вниз туда. Они же вон не кончаются, я не успеваю их убивать, как они новые резаются. Вот так. А теперь как-то сквозь них всех пробежать нужно. Давай. Следующий пошел. Следующий пошел. Следующий пошел. Понятно, ты мне не нужен. И вы мне не нужны все. Чё ты опять криво бегаешь, блин? Леща, что ли, прописать? Эй, блин! Выкидают. Ключ. Дверной ключ. Окей. Ты, гад, ты чё, блин, сзади подходишь? Иди в задницу. Все, от этих я спрятался, они меня не видят. Вот и дверь. Еще ключ, что ли, нужен? Да блин, ну я вас вообще не, нет никакого желания вас убивать. А там что за ключ там был? Который я взял. Их два надо, наверное. Или это от этой двери, это от этой. А то и сейчас здесь возьмем. Какой идиотизм. Чтобы я еще раз с ними посражался. Ключи одинаковые, а к той двери не подходит. Да и двери одинаковые. Ну чё? Попробую проскочить. Хорошо. Слева, справа ключи, ясно. Так и хлеб скоро закончится. У меня просто нормальной рыбы не осталось. Давай тут добивай пока. Ну, тебя придется убить. Блин, вас придется убить, значит. Такое ощущение, что тут сейчас не
ключ. Да нет, тоже ключ. Два ключа нашел. Что дальше? Пошел ты. Просто пошел ты. Долго мне тут бегать-то? Но этого бы я тоже сейчас сказал бы, пошел ты. Ну и скажу. Четыре ключа тут, наверное, да? Да. Четыре ключа, и там четыре двери в конце. Бред. Почему не 10? Это как раз в конец, мне сюда не надо. Мне теперь направо нужно, за еще одним. Отдыхаешь. Так, не отдыхает. Опасно. Отдыхаешь. Не отдыхаешь. Блин, опять сейчас будет опасно. Ну, гад. Просто тварь. Подползает сзади. Я понимаю, что я сам с огнем играю. Еще раз сюда бежать придется. Это идиотизм. Еще толпа. Отдыхаешь. Сейчас, не дай бог, там какой-то непроходимый босс. Да ну и будет босс, наверное, да? Сердечко перед боссом. Право, возможно, второе. Конечно. А, все. У меня все нормально стоит. Мяско. И гасим его. Бьет больно. Не стесняясь, бьет. Я его выиграл. Последний идол. Так нафига нужен корабль? Корабль, может, вообще не нужен, реально? Или выбраться отсюда? Корабль нужен чисто, чтобы выбраться отсюда. Но мне проще сейчас сдохнуть пойти, чем через это все выходить вот так, тупо. И добежим уж по-нормальному. А мне надо в главный храм, мне сюда не надо бежать теперь. Итак, с едой напряг полный. Даже приготовленная рыба закончилась. Мясо не хочется есть. Возможно, это лучшая еда. Мне не сюда, мне в главный храм. У меня есть все идолы. Так, палки собираем, палок вообще нету. Ни костер не сделать, чтобы хлеб приготовить, ничего. На. Раз. Чё ты его не ставишь? Он же есть у меня. А чё, я огненный не собрал? Чё-то мне казалось, у меня все. Клетка воздуха. Воздух, земли, воды. В жопу. А чё, там я не собрал? Реально? И чё, я там пройти не смог, интересно? Воздуха, земли, воды. Вот вода, это сейчас был воздух. Тут я точно брал, это земли был. И вот огня. Почему я там не допроходил?
что мне там не хватало, я уже не помню. Ну, пойдем. Может, там надо взорвать? Да нет, не надо, я же взрывчатку всю потратил. Может, я всех убил, просто не взял? Исчезни. Да через него не пройдешь, он быстрый. Этот падла быстрый, мне сюда. Сера мне не нужна. По-моему, да, там надо было раньше сворачивать. 10 хлебушков остается. А тут я не помню куда. Наверх, направо, направо. А, там то ли их слишком много было, я зашел, обосрался и ушел, по-моему, да? Сказал, буду в золоте и приду. Или нет? Ну вот я в золоте. Либо они меня там убили. Убили, походу, меня там. Да может, у меня еды не было. Ну чё вы, черти, делаете, блин? Этот откуда прилетел? Сзади откуда-то. Ну тут их всех надо убивать. Они вон прилетают за километр. Бьют почти по сердцу целому. Да, что-то вспоминаю. Тут тоже какой-то типа этот будет. Нажимать что-то надо будет, по-моему. А, тут всех убить нужно. Здесь нельзя рыбку половить. Тут меня заперли. Все, хлеб кончился. Так, вот такая рыбка есть еще. А еще у меня есть ягоды. Только их то ли есть уже нельзя, то ли куда они делись. Почему их тут нету? Я хочу жрать ягоды. О. Появились. Так, наверное, всех убиваем. Эй. Ну чё ты, а, дебил? Забыл, что ягодки по полторы восстановим. Все, открылось дальше. Да закроет меня. Да. Привет, подходи. Да добей! Дебилушку этого. Так, опасно что-то с ягодами я тут стою. Надо одну рыбку схавать. Живей, 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 живей! Опять тут выбирать? Как я их выбрал тогда? Ты негодяй! И ты негодяй! Так они уже по полному сердцу бить стали. Били почти по полному, теперь бьют по полному сердцу. Дверь открылся, и босс. Нет, сердце. И босс. Да, так, оно меня вылечило, давай. Ты умираешь. Всего сердце бьет, ну что это? Для меня это уже изи.
Я бы его с ягодами победил бы. Так, огненный идол мы забрали. Надеюсь, там не появились пацаны. Я вот больше не хочу ловить рыбу. Мы будем жить на то, что есть. По крайней мере, постараюсь. На выход в главный храм. Практически налегке я пробежал. Практически. Штучек 5, наверное, убил только. Так, ветку возьму. Да ты тут, тварь тупая. Последний идол добыли. Так, где он? Чуть выше? Да прям наверху. Давай. На. Чем корабль делал? Ну тут сейчас что, чертеж будет корабля или... Штурвал или дракон? Здоров. Ой, он уже больно бьет. Но тоже надо его побеждать, чего у него смотреть-то, блин. Прошибать начинает меня, я не успеваю хилиться. Или успеваю. Куча золота. Сейчас пол сердечка. Готов. Падай. Дай. Не дал. Наш герой сумел победить дракона и вернуть загадочный артефакт. Да ладно, вы прикалываетесь? После стольких приключений, битв и квестов, приключение подходит к концу. Но еще не закончилось. Осталось вернуться домой. Как это сделать? Придется это разузнать. Приключение продолжается. Ну, правильно. На кой черт нам тогда нужны были стекла и корабль? Давай, уходи! Глава 7. Возвращение домой. Золото брать не будешь? Взял какую-то каменную эту? Ладно. Мне в деревню надо. Возвращаемся в деревню. Так, у меня открылся рецепт. С помощью этого идола я смогу сделать корабль? Конечно же, конечно же! Ну какой идиотизм? Зачем идол для корабля нужен? Тогда мне не надо в деревню возвращаться. Мне вон туда надо плыть. Либо, помните на первой карте кусочек острова? Я говорил, что мы туда, скорее всего, вернемся. Но я сейчас попробую здесь. Мне кажется, по такой воде я не смогу плавать. Да. Только вон по... Ну, кстати, вот оттуда я не смогу выплыть. Смогу. Там будет сердце или еще что-то. И что, передо мной прям появилась дрянь? Да. Я в тупик залез. А что еще тут? На, ну корабль. Корабль появился. Во. Вот сюда нельзя? Можно, конечно. Я же видел вот эту вот штуку. Тут подземелье. Ничего больше нет? Тут просто подземелье. Ну-ка. Да, больше там некуда. Земелье нас ждет что? Подарки? Ловушки. Я, конечно, все понимаю. Как они... Почему они не шевелятся?
Тут обязательно надо хп потратить, что ли? Вот эти столбы, может? Да. Надо их так повернуть, чтобы понять, как пробежать. Детский сад. Загадки. Так. За ним там что-то есть. Мясо самое сильное, походу. Он такой же, как дракон. Слабый. Какой-то чертеж. Чертеж супер корабля. Пергамент. Зачем? Кому-то в город отнести. Написан на иностранном языке. Возможно, библиотекарь поможет вам. Да невозможно, а поможет. Так. Ягодки возьми. А вот теперь в город. А, через них вообще вот так нельзя было пройти. Я-то думал, хоть можно как-то пожертвовать здоровьем. Ох, я боюсь, подзапрягут меня сейчас что-то делать. А туда мне тоже на речку не попасть? Тут всегда можно было пройти? Это что за приколы? И это я нашел еще одно. Нет, а как я сам должен был догадаться, что там можно пройти, оказывается, да? У меня чисто случайно получилось. Нет никаких тут больше путей. Нет, тут только пещера. Я до города так добегу? Нет. Еще одна детская ловушка будет. Еще одна детская ловушка. Только тут еще и неудобно. Еще один босс. Еще один пергамент. Да. Их штук 5, что ли, надо будет? Да я знаю, где еще 2. 4, наверное, пергамента. Один сейчас там, где деревня. К востоку от деревни. И один на начальной карте. Там, где выживание началось. Всего 4 пергамента. Можно даже не бежать к библиотеке, но все равно сейчас мимо него побежим. Настало утро. Вот полсердечка не дали восстановить до конца, козлы. Ну чё, библиотекарь, давай рассказывай то, что я уже знаю. Ух ты! Значит, вы действительно нашли артефакт? Это очень здорово, вы прирожденный авантюрист. Итак, теперь вы хотите вернуться в свою деревню. Я слышал о тайном проходе, который ведет обратно домой. Но местоположение неизвестно. Только 5 пергаментов, охраняемых големами, покажут вам вход. Принеси мне эти 5 пергаментов, и я расшифрую их для вас. Они расположены повсюду в секретных могилах. Я понял. Так, ну вот один вот тут справа. Нет, подождите. Да. Один там, там же, возможно, сокровища. А может быть, целых 2 будет аж на первой карте. Потому что тут синяя вода, по ней вообще плавать нельзя. Мяса мне должно хватать, если там врагов больше не будет. Хватит барахло собирать, конец игры. Я заодно карту сокровищ присматриваю. Нет. Тут не может быть тоже. Ну, опять детская ловушка и голем. Угу.
Так, вот эту как убрать осталось? Все, я могу пройти. Пергамент номер 3. Сделано. На первую карту поехали. Ну да, на первой карте сразу будет две точки. Одна вот тут слева. Так. Но здесь таких кустов из джунглей-то нету. Тут не может быть. Одна слева, вторая внизу. Туда я не проплыву, туда через пещеры. Через пещеры, через мой мост. Детскую ловушку сейчас отгадать, взять мясо, поставить. Так, 6 кусков, не больше 6 кусков надо на него потратить. Эти какие-то вообще бесполезные. Ну, что? Это? Один. Два. Что-что-что, вот медведей точно мне фармить неохота. Я уж лучше тогда рыбу половил. Если был бы выбор между тем и тем. Да мне, в принципе, хватит. Да, даже потратил 4 всего. Так, ну и погнали по этим пещерам. На месте. Или погодите, еще не на месте. Там будет спуск. А, тут просто спуск, да, на месте. Тут тоже не может быть карты сокровищ. Значит, она там, в джунглях. Только я, дебил, ее найти не могу. Последний. Последний голем. Так что ли? Не. А. Так, здоровье полное, ставим мяско и накидываем этому козлу. Пятый. Пятый пергамент, задача сделана. Погнали карту сокровищ искать. Хотя нет, пошли сначала сдадим, что он там скажет. А что он скажет? Скажет, где скрытая пещера. Так, сначала разговариваем. Библиотекарем. На. Хорошая работа. Я расшифровал сообщение и отметил местоположение на этой карте. Теперь возвращайся к своей семье. Давай, бывай, не болей. Карта тайного прохода. В пещере. Причем тут видно, что второй ярус. Или как бы второй ярус. Взрывать-то не надо, взрывать не надо. Мне на нее просто ткнуть надо. Так, погнали в джунгли. Карту сокровищ и вот этот проход. Проход, походу, в горе. Здесь нет, должен быть каменный пол. Каменный пол с
справа гора со вторым ярусом. Блин, запринтскринить его, что ли? Мне каждый раз не врубать. Карта сокровищ полюбас здесь. Просто там немножко масштаб, наверное, да? Где одна клетка от реки. Вот тут вот подходящие места, но там слишком дофига деревьев. Вот здесь подходящее место, но я это все вроде как осматривал. Либо оно может быть чуть-чуть не похоже. Не знаю, с той стороны я вроде там лазил. Тут даже похожего ничего нет. Так зачем стекла-то нужны? А! На кой черт я этот песчаник собирал? Сюда не попасть. Блин, самое главное, чтобы это не в пещере было, или, блин, это капец. Чтобы это было снаружи. Проход этот. Ну его нахер, эти пещеры все облазят. А туда дальше-то вниз можно проехать. Я туда не ездил. Или там закрыто чем-то было. Почему я туда не поехал? Не знаю. Тут и будет секретный проход. Правильно? И вот карта сокровищ. Вот она. Вот она. Все. И что мы на ней нашли? А, иди в пещеру, выкопай там. Вот это уже где угодно может быть. Но я знаю, где это. Это в этом. В проходе под водопадом. По-моему. Я быстро прям гляну. А может и здесь быть, кстати. Так, это для голды. Найдем, ладно, интересно, что там. Что там прятали. Вот. Вот она. Еще одна карта сокровищ. Так, куча кустов. Выходим. Куча кустов, именно кустов из джунглей. Вот эти кусты. Так, я лучше по воде. Нет, не по воде, там не пройти. Убьем ее. Ну да, карту сокровищ я тогда пропустил. Вон там туда не прошел, не посмотрел. Она вроде как река уходит, но не видно было, что она сгибается. Да иди ты нахер! Вот здесь. И еще одна карта сокровищ. Да вы задолбали! Я хотел одну найти. Урна в храме. Жесть. Это храм, скорее всего, тролльский. Пойдем в тролльский храм. Если полсердечка, то это идиотизм. Причем справа, да? Да, слева не может быть. Да ну! Врезался я, блин. Оборачиваюсь в другую сторону. Но... Тут... Простой молоток. О, рецепт. Железная броня. Ха-ха! Класс! Вот это кайф. А я в медной полуигре бегал, страдал. А я же говорил, что-то странно, железной брони нету. Сразу после медной идет золотая. Ну, оказывается, она была. Просто я невнимательно посмотрел. Тайный проход тоже будет у нас тут. Наверное.
Ну, не может здесь быть. Место похожее. Ну вот он ровно вон там. Над ними, над этими змеями. А как сюда попадать, я уже не помню. А, вон через пещеру, вот через эту. Да не через эту. На месте. Сдохните. Да не. Это не оно. Такс. Ну вот прям. Вот прям вот тут. Вот в гребаном лабиринте, как я и сказал. Лабиринты. И они мне сразу показались, что лабиринты. Оно и логично. Я же свалился оттуда сверху. Обратно в деревню, вон оттуда, чуть левее свалился. Обратно в деревню я смогу вернуться вот отсюда. А если сюда в начале игры зайти? Фу. Скорее всего, закрыто будет. Финального босса дадут? Хотя нет, не надо. Я и так големов перебил. А походу дадут. Зачем такой длинный путь сюда было делать? Нельзя было две ненужных пещеры убрать просто, вырезать. Два ненужных этажа. Пять ненужных этажей, мы вышли из могилы, из той самой. А я уже не помню, что тут было. В этой могиле. Там тупик был или что? Камень забери. Домой-то я вернулся, зачем? Ну чё, кретины, не ждали меня? С кем тут поговорить? С тобой? Посмотрите, кто вернулся, и даже с артефактом. Нет, из артефакта я корабль сделал. Вы не перестаете меня удивлять, как же мне повезло с вами. Вы, должно быть, устали. Идите домой и хорошо выспитесь. И приятных снов. Будет какой-нибудь переход в третью часть? Собаку. Так, сейчас будут историю нашу показывать. Но это не моя история. В железной броне тут, да, конечно. Сейчас, у меня вообще ее не было. Все, режим соревнований не надо. Спасибо за игру. На этом, ребята, мы с игрой заканчиваем. Третью часть сейчас торопиться я не буду проходить, так как я немножко посрался с разработчиком, и он заявляет авторские права на мои видео. Поначалу вроде все нормально было, а потом он просто стал снова заявлять. Зачем надо, непонятно. Либо просто мне музыку вырубать, ну вообще звук в игре. Посмотрим. Но... Скорее всего, третья часть и четвертая будет. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прохождение. А если видео понравилось, да и вообще прохождение, поддержите видео лайком, а также ставьте колокольчики, чтобы не пропускать выход новых роликов. Всем удачи, с вами был Фибоначчи, и пока.